зовут Звездин Сергей. Я архитектор-дизайнер. Занимаюсь созданием авторских интерьеров от легкого обоняния классики до минимализма современного стиля. Сейчас для архитектора-дизайнера важно самообразование. Мир и информационные технологии движутся со страшной силой. И чтобы быть в тренде, ты должен все это изучать, иначе проиграешь. Именно поэтому я записался на курс «Безлимит» школы «Скидерскай». За полтора месяца обучения были пройдены два курса. Это «Сарафан FM» и «Revit» базовый курс. Вещи, которые озвучивались в «Сарафан FM», давно хотел внедрить, но все не доходили руки. «Revit» до этого самостоятельно не изучался. О курсе «Безлимит» я узнал из рекламы на Фейсбуке, но до этого проходил курс у Алекса Скиделя и Стаса Орехова по созданию сайта. Кстати, заходите на мой сайт www.paperstone.ru, заказывайте проект. Там также много интересной информации об архитектурных стилях, дизайне и просто ремонте. Сейчас моя главная проблема – это поиск заказчиков. Благодаря курсу «Сарафан FM» я начал работать в этом направлении. Было снято первое презентационное видео, что, скажу вам, было очень непросто. Также отредактированы аккаунты в соцсетях. Я начал делать первый коммерческий проект в программе Revit. Хочу отдельно сказать о Revit. Это именно базовый курс, который раскрывает основные функции программы, но хотелось бы более глубокого погружения. На курсе не были озвучены такие темы, как создание, редактирование семейств, моделинг. Очень жду продолжения. Я рекомендовал бы курсы школы Скидерскай всем архитекторам и дизайнерам, которые хотят освоить новые технологии. Спасибо.